Террористическая угроза снова нависла над Европой. Во Франции предупреждают о возможных нападениях джихадистов, которые якобы готовят новые атаки. В парижском аэропорту Шарль-де-Голь из-за угрозы теракта эвакуировали пассажиров рейса, который направлялся в Лондон. Тревога оказалась ложной, но людей просят быть бдительными и сообщать обо всем подозрительном. Усиленные меры безопасности и в соседней Великобритании. Анна Ильиных продолжит. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Шарля-де-Голля. Толпа пассажиров и полицейские с собаками. Рейс British Airways вот-вот должен вылететь в Лондон. Но в последний момент людей попросили на выход. Причина якобы техническая проверка. Но позже полиция заявила, эвакуацию провели из соображений безопасности. Тревога оказалась ложной. Но спокойствие от этого у французов не прибавилось. Масло в огонь подливают сообщения правоохранителей о якобы новых видах атак, которые готовят джихадисты. Главное управление нацполиции располагает информацией, что террористы стали более изобретательны. И если последнее время по большей части использовали грузовики в людных местах или взрывы, то теперь могут и поезд пустить под откос, и лесной пожар устроить, и отраву подбросить. В связи с этим полиция Франции собирается усилить меры безопасности в школах, университетах, на туристических объектах и железной дороге. Усилены меры безопасности и в соседней Британии. В Лондоне патрулируют железнодорожные станции из-за повышенной угрозы теракта. Неспокойно в британской столице с четверга, когда в одном из вагонов метро прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство. Обошлось без жертв. 30 человек пострадали. Полиция квалифицировала инцидент как теракт. Ответственность взяло на себя Исламское государство. Накануне поздно ночью по подозрению в подготовке нападения полиция арестовала второго подозреваемого. Кроме того, что ему 21 год, полиция больше ничего не сообщает. Наши приоритеты – обеспечить безопасность жителей, а также идентифицировать и найти любого потенциального подозреваемого. Ранее по этому же делу полицейские задержали 18-летнего парня в городе Дувр. О нем тоже пока нет никакой информации. Очень страшно, очень. Мы были буквально в нескольких шагах от дома подозреваемого. Мы все были очень напуганы. Хорошо, что моих сыновей не было дома, когда здесь всех эвакуировали. Уровень угрозы в Британии, который сразу после теракта был поднят до критического, сегодня снизили в связи с арестами подозреваемых. При этом с утешительными прогнозами полиция не торопится. До сих пор неизвестно, сколько именно террористов готовили нападение и не планируют ли подельники новые атаки. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер.